Сентябрь месяц, а его называют бабьим летом. Как думаете, почему? Ну, потому что работы полевые все закончились. Наступила пора собирать урожай, то есть все готовить. Прекрасное время. Страда закончилась, то есть практически, я еще раз повторю, в поле все работы закончились. Поэтому и наступает самое такое благостное время. Последние деньки, наверное, чтобы девушкам погулять там в юбочках. Я так думаю. А больше, почему именно бабьим, не знаю. Так-то оно общее, можно сказать. Все радуются. Наверное, самое время для женщин. Все дела сделаны. Огород убран. Детей в школу отправили. Кого на работу, в садике. Прекрасное время для отдыха. Немножечко. Лето заканчивается, осень еще не вступила в свои права. И как-то так. Позднее лето. Последняя пора одеть юбочку короткую. Перед зимой найти себе молодого человека, чтобы он ее грел все лето, всю зиму точнее. А как погода? Погода вообще здоровская сегодня.